Стой! Против ножа два приема. Конкретно, которые я... Бам. Понятно? Это единственная действующая фишка. Все, я сейчас вам секрет спецназа покажу. Это работа против ножа. Это единственный секретный прием, который реально работает. Ходите и говорите. Так, стоим здесь, я за пистолетом. Сегодня мы будем учить вас, как справиться с шестидесятником. Привет, борцы, бойцы, сегодня с вами Шторм. Здорово. И лучшие приемы. Повис на руке. Ага, я просто повис на руке вниз. Вниз. И уже дал по яйцам. Мне фортануло коротким вариантом. Повис на руке, поймал руку, повис на руке, пнул чувака. Ну опять же. Да. Я. Раз. Вот так как-то даже пустил. Для того, чтобы на камеру было видно, что Шторм будет с ней делать. Слышь, да. Ты. Я уже сразу смотрю на нож. И начинаю делать плавненькое движение ручками. Одно вот сюда, а второе по кисти. И получается легенькое. Раз. Да, еще раз сделай, я сейчас, да. Бойцы, борцы, всем привет. Большим успехом пользуются школы рукопашного и ножевого боя. Ножевой бой. Оружие ближнего боя, скрытого, неожиданного нападения. Приемы защиты голыми руками против ножа. Ножевой бой. Оружие ближнего боя скрытым неожиданным нападением. Существуют инструктора рукопашного и ножевого боя, которые заявляют, что приемов против ножа не существует. И самое лучшее – это убежать, применить против ножа. Пистолет, автомат, возможно, пулемет, может быть, на бронетранспортере. Не бывает приемов против ножа, просто поймите это раз и навсегда. Увидели нож, бегите, все. Либо доставайте пистолет и стреляйте, если он есть. Осторожны. Все, давайте, подписывайтесь на канал, будет много еще чего интересного. Хотели показать работу против ножа или с холодным оружием. Мы всегда не показываем. Почему? Потому что это очень опасно на улице. Мы всегда говорим, от ножа убегайте, да? Сейчас вам секрет спецназа покажу. Это работа против ножа. Это единственный секретный прием, который реально работает. Ходите и говорите. Так, стоим здесь, я за пистолетом. Сегодня мы будем учить вас, как справиться с шестидесятником. Если вы увидели человека, который идет с ножом, а сейчас очень часто нападение террористов с ножом, то, конечно же, нужно убегать. Нужно. Так, как правило, никто не идет. Это скрытое применение ближней дистанции. Каким образом происходит нападение? Внезапно. Самое, что я испугался, когда увидел нож. С перепуга я достаю пистолет. Человек... Дистанцию ты не разрываешь, да? Я так понял. Начинаю пятиться назад. Достаю пистолет. Что ты долго достаешь? До него. Бах! Есть ли шансы у пистолета против ножа? Я думаю, нет. Есть, если с ближнего нож как бы запустить в человека. В Америке, в Лос-Анджелесе, 90% смертей это убивали полицейских ножами. Установили дистанцию. Это дистанция 21 фут, это 6,4 метра. Именно это безопасная дистанция. Дистанцию 3-4 шага он преодолевает ее за секунду. Работа с ножа и, не предупреждая полицейского, входил и быстро... Я убью тебя, свинья! Вот с такими криками они бросались на полицейских.
И примерно 90% они убивали. Дистанция 6,4 метра. Это безопасная дистанция. С этой дистанции достань пистолет. Причем пистолет в кобуре. У полицейских уходит 0,9 секунды, чтобы достать пистолет. И примерно 0,6 секунды уходит на то, чтобы заслать патрон в патронник, снять предохранители и провести выстрел. Поэтому именно определена была дистанция с 6,4 метра. И вот... дистанция 6 метров, 6, есть возможность или же применить нож, или же сработать на то, чтобы убежать. Вы идете, и стоят двое людей с ножами, и если я сейчас, например, скажу: так, ребята, постойте-ка, я сейчас сбегаю в машину за пистолетом. Куда пошел? Куда пошел? Но они бросятся на меня, это будет полная шняга. Поэтому здесь нужно отрабатывать реальные удары, реальные защиты. Существуют инструктора рукопашного и ножевого боя, которые заявляют, что приемов против ножа не существует. И самое лучшее – это убежать. Применить против ножа пистолет, автомат, возможно, пулемет, может быть, на бронетранспортере. Применить газовый баллончик. Нож является оружием ближнего боя, скрытого неожиданного нападения. Не всегда мы можем убежать, и не всегда мы можем достать и применить огнестрельное оружие против ножа. Большинство инструкторов, которым нечего сказать, показать свою компетентность и выглядеть очень честными перед своими подписчиками, они говорят: убегай. А вот сейчас момент истины. Салон автомобиля, ограниченная дистанция. Куда убежать? Убежать некуда. И те, кто это заявляют, они просто оставляют своих учеников ни с чем. И делают подмену понятий. Говорить: я сейчас выбегу, убегу, достану пистолет. Ну куда ты здесь достанешь пистолет? All the time I need in the world to be able to just, at this point just get out of the car as slow as I want. So I'm up here, got the shoulder control. Then from here I'm going to do a left-handed. Конечно, кто-то говорит, можно применить газовый баллончик. Вот это наиболее эффективный экстракт красного перца и против собак, и против людей. Но, как вы думаете, успею ли я достать пистолет, газовый баллончик в процессе нападения? Нет. Новостные блоки в бандитских нападениях, террористических атаках с ножом. Происходило до этих зловещих кадров, рассказал сам пострадавший водитель. Мужчина... Ко мне подсел парень. Всю дорогу молчали, слушали музыку. Как подъехали, я думал, он станет рассчитываться, а он вынул нож из кармана и начал наносить удары. Удары попали в шею и плечо. Клинок прошел в нескольких сантиметрах от артерии легкого. Истекающий кровью таксист выскочил из салона. Неадекватный пассажир погнался за ним. И все, он там не оттуда, откуда выдал машину, совсем с другой стороны. Вот. Потом, получается, мы всю дорогу молча просто ехали. Вообще, ни слова не обронив. Подъехали, я у него спрашиваю, какой подъезд, он говорит: ну, здесь. И все. Я думал, он будет рассчитываться, а он из кармана нас достает и начал наносить удар. Понятно. Получается, он тебе сразу куда бил? В грудь он пытался. Он пытался в грудь. Ну, я рукой это заблокировал грудь. Вот, у него не получилось. И потом я у него руку схватил с ножом, которая. Он
другой рукой нож выхватил и вширину. Я в него газовым баллончиком брызгал, а он мне говорит, меня это не берет. Приемы защиты голыми руками инструктора рукопашного и ножевого боя, которые заявляют, что приемов против ножа не существует. И самое лучшее – это убежать, применить газовый баллончик. Нож является оружием ближнего боя, крытого неожиданного нападения. Не всегда мы можем убежать, и не всегда мы можем достать и применить огнестрельное оружие против ножа. Инструктора, которые заявляют, что приемов против ножа не существует, оказывают честность. Это очень нравится их подписчикам, которые ставят лайки и пишут комментарии. И называют их красавчиками. Но если разобраться, отсутствие базовых знаний в области прикладного рукопашного боя и компетентность в кавычках данных инструкторов оставляют своих учеников с нулевым багажом знаний. На выходе ничего не дают своим ученикам, кроме того, как убежать или же достать, применить газовый баллончик. Два приема, ответных, которые я... Понятно? Это единственная действующая фишка. Привет, борцы и бойцы, сегодня с вами Шторм. Лучшие приемы армейского рукопашного боя. Вот, после этого идет перехват здесь. На расставание. Среагировал. И, то есть, в принципе, она вот, ну как бы, ну, я все. Себе так думал. Когда стал нож, то есть я сделал вот такое движение. У меня тоже была такая ситуация, когда я увидел нож. По крайней мере, у меня хватило мозга среагировать. Я просто повис на руке. Ага, я просто повис на руке вниз. Да, успел. Вниз. И уже дал по яйцам, то я руку повис на руке, пнул чувака. Ну опять же. Да, я. Раз! Вот так как-то даже пустил. Я не знаю, каким вариантом. Мне надо завернуть эту руку. И начинаю тренинг. И что я сделал? Я нанес удар в сердце, да? Ай-ай-ай-ай-ай, больно же, блядь. Вот теперь смотри. Вот эта жизненная четкая ситуация. Точно, как подрезали тебя сюда. Да, блядь, в район сердца. Смертельный удар. Ну да. Вот удар пришелся в область. Кто бы ты ни был, мастер спорта по боксу, по борьбе, тебе наркоман там какой-нибудь обдолбанный натыкает, сделает решето. Так опустили, идут и хочет вот именно вот это Месилова. Тренировки по системе спецназ ножевого боя проходят на тушах. Понял, что такое нож, раз защищаться и делать защиту. Нужно понимать, что когда человек удары, вот они такие удары входят. Удар вверх. Рассматриваем комплексные подходы на основе тактики, техники, стратегии ножевого боя, а также специальные методов психологической подготовки. Вот это инстинкт убийцы, такое состояние, то его практически ничего не можно остановить. Специальные методы подготовки спецназа. Ножевой бой по системе спецназ. Работай в колесе там, быстро. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Что я делаю? Здесь? Сжать врага. Я вам сам показал два приема от ножа, которые, я считаю, можно применять. Не бывает приемов против ножа, просто поймите это раз и навсегда. Увидели нож, бегите, все. Либо доставайте пистолет и стреляйте, если он есть. Ну, газовый баллончик можно попробовать еще. Я не знаю больше что. Осторожны. Все, давайте, подписывайтесь на канал. Будет много... Человек. Серийные удары. Вперед. Опа! Так вот, раз и два.
сразу же его туда. Вы смотрите, все время. Опять, то есть вот сразу ситуацию. Опа! Руку. По возможности уходить и сделать переключение внимания. Это точечная шокирующая работа. Курь носа попал. Такое, что вот секунд 30 ты не соображаешь. Вот. Почему? Наил ему в глаз вошел. То есть вот они. То есть вот тут самый опасный. Вот, все, вот, не надо. Вот, вот, ушел. Атмен, 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 атмен. Я, это уход. То есть наношу просто вот сюда. Боевой самбо для спецподразделений, который является самым лучшим. Приглашаем вас в школы для занятия по системе ножевого боя, по системе самообороны, мягкой системе русский стиль, а также курсов саморазвития.